Всем привет, и с вами, как обычно, я Книри, Найр, Кнайр, Кнур, Шнур, Друр, Лох, Даун, Чмо. В общем, сегодняшний видеоролик я снял на 0.4 сервере проекта Сантропе Roleplay. Там я протестировал 3 тактики для казино. Я сразу вам говорю, это видео никакой не кликбейт, и есть действительно рабочие тактики. Я не буду спойлерить какие, потому что тупо перемотаете. А знаете, почему вам нельзя перематывать? А потому что в этом видео конкурс на 3000 подписчиков. Итоги, естественно, будут на 3000 на праздничном стриме. От вас требуется подписаться на мой канал, поставить лайк на этот видеоролик, написать комментарий «Участвую», а также подписаться на моего друга Камбэй. Он является спонсором. Призы будут 250 рублей на Kiwi кошелек, 1 миллион на сервере Сантропе Roleplay, если что, на любом. А также на Boombox. Вы просто представьте, какие топовые призы. Я считаю то, что каждый обязан поучаствовать. Ну а если ты все еще не зарегистрирован, то при регистрации не забудь указать мой ник в поле пригласившего игрока, Джон Дэриан. А также не забудь ввести мой промокод Найр, чтобы получить кучу бонусов при достижении 6 уровня. Ну а первая тактика заключается в том, что вы должны будете прописывать команду флип. Например, если вам падает решка, то вы играете решкой. Если вам падает орел, то вы играете орлом. Я на самом деле очень сомневался в этой тактике, но исход меня приятно удивил. Вы сейчас можете понаблюдать. Вот я сейчас прописываю команду флип и уже кидаю первую ставку. На удивление, первую ставку я выиграл. Но мы, естественно, не будем судить, работает тактика или нет по одной ставке. Поэтому я кинул еще пару ставок. На мое безумное удивление, следующие 3 ставки я выиграл, поэтому тактику можно считать рабочей, поэтому смело пользуйтесь. Но следующая тактика по счету заключается в том, что вы должны будете проиграть 2 раза человеку. Например, он кидает орел и еще раз кидает орел. Вы должны будете проиграть, после этого отказаться от его ставки, а после этого уже кинуть ставку только уже на большую сумму. И, например, если он кидал орел, то вы кинете решку. Так с большим шансом вы выиграете. Но следующая тактика заключается в том, что вы должны будете сначала сыграть человеком, потом отказать ему в следующей ставке, а потом уже сами должны будете кинуть. Наверное, никто не понял, что я сейчас высрал, но я все-таки вам попытаюсь объяснить. Допустим, человек вам кинул орла, и вы с него выиграли. Следующую ставку, которую он кидает вам, вы отказываете. После этого вы кидаете тоже ставку, но на уже большую сумму, и вы с 90% вероятностью выиграете. Но если вы первую ставку проиграли, например, на орле, то следующую ставку вы должны будете кинуть на решке. Ну вот, и я вам показал 3 рабочие тактики. Это действительно не кликбейт, и я ими реально пользовался. Тем самым я поднял 1,5 миллиона на стриме. Кстати говоря, не забывайте про конкурс, а также не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать стримы. Ну а на этом я с вами прощаюсь. С вами был, как и обычно, Найр. Всем спасибо за просмотр, всем желаю удачи, и всем до скорых встреч. Пока-пока. Your spirit.